Так, как выводить деньги с киви? У меня есть 539 тенге. Я попробую сейчас вывод денег. Вот здесь вывод денег. Нажимаем вывод денег на банковскую карту в другой банк, в систему денежных переводов на счет организации ИИП. Я хочу перевести на банковскую карту. Так, в другой банк. О, вот, в другой банк. Я хочу сделать вывод в АО Каспи. Здесь я должен ввести ин. Так. Ин должен вводить. Так, давайте вводим ин. Следующий, введите номер счета IBN. Так, мне нужно сейчас взять IBN. Для этого заходим в приложение Каспи. Нажимаем «Мой банк». Здесь выбираем Каспи Голд. Инфо. Реквизиты карты и счета. Здесь выбираем счет и видим номер счета карты IBN. Начинается с КЗ. Вот это и есть номер счета IBN. Выбираю резидент РК, если вы казахстанец. Если вы гражданин другой страны, не резидент РК выбирайте. Для подтверждения оплаты подтвердить, что я являюсь держателем указанного банка счета. Подтверждаю. Правильно выходит. Так, текущий остаток лимит на пополнение. Здесь хочу я вывести сумму 100 тенге. Нажимаю оплатить. Ну, комиссия, конечно, здесь будет брать 2%. Нажимаю оплатить. Проверьте и подтвердите платеж. Подтверждаю. И вводим код с SMS-сообщения, который придет на наш телефон. Дальше нажимаем «Продолжить» после ввода. Платеж проводится. Квитанция будет доступна после успешного проведения платежа. Обновляю страницу. Здесь хочу посмотреть историю. Нажимаю «История». Здесь я вижу перевод, который мы только что хотели перевести. Платеж обработан. Проверка реквизитов. Платеж успешно пройдена на стороне Киви. Теперь будет проверка на стороне, получается, Каспи. В данный момент прошло уже минут 30, как я снял это видео. Пока что деньги мне не поступили, 100 тенге. Как деньги поступят на счет, я обязательно внизу в описании закреплю сообщение, через какое время мне поступило эти 100 тенге.